Салехарде состоялось заседание экспертного совета по природопользованию. Участники во главе с губернатором Дмитрием Артюховым обсудили состояние и перспективы освоения нефтяных залежей Ачимовской толщи. В ней находится порядка 25% ямальской нефти. В Новом Уренгое стартовала школа волонтера «Зеленка». Она направлена на улучшение экологической ситуации и вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. Около 80 участников получат информацию о том, как сберечь нашу планету. Журналисты телерадиокомпании «Импульс» Елена Бойцова и Татьяна Стафеева победили во всероссийском конкурсе региональных СМИ. На суд жюри было представлено 4500 материалов, поступивших из 78 регионов страны. Телепрограммы «Идеальный вес» и «Одиночество как диагноз» заняли вторые места.